душе моя, восстань, что спишь? Если я песчинка как человек, то душой и молитвой я могу стать больше, чем море. Крым. Древнее и родовое достояние наше. Место однозначно богоизбранное. Именно здесь начинается православная вера в моей России. Крым – это колыбель православия. Царство Твое, Христе Боже, царство всех времен и владычество Твое во всяком роде и роде. Крымская земля, она прославлена многими святыми, но святитель Лука Крымский занимает особое место. Здесь, где царство временное уже стерто с лица земли, уже нет ни Пантикопеи, ни Боспора, нет и грозных генуэзцев и татаро-монгольской орды, а благоговейно хранимый верующими след ученика Христова, апостола Андрея Первозванного. Под нами цивилизация, рода. Здесь величайшая история. Что-то такое ценное, такое драгоценное. Есть Бог, есть истина. И есть жизнь вечная. Стой, на чем стоишь, на заповеди Божьей. Делай, что делаешь, ты делаешь ради Бога. А что будет, это не нам судит, но Бог решит. Жить исключительно надо в правде. Места и люди. Крым. Кто мы на самом деле? Для чего мы живем? Кто-то человек.